как осуществляется прокурорский надзор за соблюдением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, какие предусмотрены дополнительные гарантии права на образование, медицинское обеспечение, на труд и социальную защиту от безработицы. Смотрите программу «Прокурор в теме» 6 марта в 18:15. Гость в студии Вера Ефименко, заместитель прокурора Кировского района города Самары.